Сделаем мыло в виде кубка. Сначала погрейте белую основу и окрасьте ее в серый цвет. Можно добавить немного перламутра. Этим цветом мы выделяем детали на кубке. Потом скотчем сделайте кармашки в форме, чтобы было удобнее заливать. Эти кармашки я заливаю черной основой. Прозрачную основу вылейте на любую ровную поверхность, например, это может быть тарелка или чистый стол. Когда пленка застынет, нанесите на нее перламутр серебристого цвета и мелко порвите. Прозрачную основу немного окрасьте, в моем случае это синий цвет. Пленочки сбрызните спиртом, уложите в форму и залейте этой основой. Следите, чтобы она была рабочей температуры, не слишком горячая. Детали подчеркните перламутром. Такое мыло будет хорошо смотреться с остальными формами из этой серии. Например, свиток, сова и другие. Вот такая красота у нас получилась. Удачи!